43. Должно быть 30. 70. 82. А сколько должно быть? 75. Тонировка лобового стекла и стекол передних дверей допустима только в заводских условиях и в пределах, установленных ГОСТом. Инспекторы напоминают, лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, передние и боковые не менее 70%. Светопропускание прочих стекол не нормируется. Можно применять жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. В целом же за неделю сотрудниками полка ДПС было составлено 105 протоколов. Водители, у которых выявили нарушения, обязаны удалить пленку или напыление со стекла. Кроме того, за нарушение правил тонировки инспекторы имеют право снять номера с транспортного средства до устранения нарушения.